Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы предлагает россиянам вернуться к советской практике продажи алкоголя с 11 утра до 19 часов вечера. На такую идею священнослужители сподвиг главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, который ранее предлагал вернуть принудительное лечение алкоголизма. Примером ограничения продажи спиртного в России является Чечня. В республике алкоголь продается 2 часа в сутки с 10 утра до 12 часов. Добавим, согласно закону Санкт-Петербурга запрещено реализовывать в розничной продаже алкогольную продукцию выше 15 градусов с 23 часов до 7 часов утра. Соответствующий закон был принят еще в 2006 году.